Донбасс, Украина! Донбасс, Украина! Донбасс, Украина! Украина! Донбасс, Украина! Ура, товарищи! Лучший вариант, конечно, был бы, если бы Россия убрала свои войска с границы Украины и, собственно, дала нам жить спокойно, чтобы мы сами могли разобраться. Россия изменит свое мнение? Вы знаете, хотелось бы, но похоже на то, что вряд ли. Мы мирные люди, никто не хочет никаких конфликтов. Мы работаем, мы стремимся к чему-то, мы верим в лучшее. Поэтому вмешательство военное, оно нам только будет мешать всем.